Чувашская речь на самарской сцене. Дни культуры нашей республики прошли в Самарской области. Делегация из Чуваши отправилась в Самарскую область в начале этой недели. Гостей по традиции встречали хлебом с солью. Около гардеробной случайно встретила женщину. По акценту, видать, или как-то почувствовали мы друг друга и заговорили сразу на чувашском языке. А ей оказалось 85 лет. И мы с ней уже как будто давно знакомы и разговорились. Торжественное открытие Дней культуры состоялось в Самаре на сцене Дворца культуры «Нефтяник». Затем коллективы из нашей республики выступили в Тольятти. Праздничная программа посвящена столетию образования Чуваши. В Самарской области проживает немало чувашей, создано более 70 культурных национальных объединений. Самарская область у нас компактно проживает чуваши. Это Исаклинский район, Похвитинский, Клявлинский район, Шанталинский, Черновершинский. Проживает около 100 тысяч чуваш, и поэтому у нас в каждом селении есть свои коллективы, творческие коллективы, которые именно работают местным фольклором, привозят на областные фестивали. Фестивали, как наш фестиваль Кирзари, фольклорный фестиваль, удивительные обряды привозят. И чуваши тоже привезли яркие выступления. Лучшие творческие коллективы нашего региона показали номера из Золотого фонда. Такого еще не было, такого праздника с Чебоксар, именно с Чебоксар, такой ансамбль, такой коллектив, дружный, красивый, хорошо выступали. Мы ждем еще, конечно, такие праздники, чтобы не первый и не последний раз было. Про нас не забывали. Да. Ну и сами приедем мы к вам. Участие творческих коллективов в Самарской области в концертных программах в Чебоксарах. Это обсуждал с представителями чувашских национальных объединений министр культуры нашей республики Константин Яковлев. Он же вручил благодарственные письма тем, кто хранит чувашскую культуру за пределами родной республики. Награждается благодарственным письмом художественный руководитель чувашского фольклорного ансамбля «Тарабат» города Самара. Национальные чувашские песни, танцы и обряды с культурой народа нашей республики познакомили сотни гостей и жителей Самарской области.